Привет, друзья, с вами Кекс, Мутипунтик, всем вкусняшек мороженок. И сегодня у нас FNAF Security Breach руины и моя реакция на эту игрушку. Ну чё, давайте посмотрим, что у нас здесь и как происходит. Так, начало, мы находимся в разрушенной пиццерии, так, у нас на картинках Чика, Фредди, Крокодил и Рокси. Так, смотрите, надо спасти маленького мальчика Грегори, и спасать это будет его подружка Кэссиди. Да-да, я получила твое сообщение, получила, не переживай. Не переживай, мы тебя спасем. Так, Грегори, ты здесь? Ты здесь, Грегори? Или не здесь? Ну ладно, мы спускаемся. Мы будем тебя искать, мы найдем тебя, мы спасем тебя. Стопудово. Так. Я не вижу тебя, странное старое место. Возможно, ты здесь? Так, что это? Что это? Так, она не знает, что это, и я не знаю, что это. Так, нам фонарик нужен. Нам не кажется, что нам нужен фонарик, чтобы идти куда-то в какую-то темноту. Don't do this. Не делай этого. Ага, нас кто-то хочет. Так, вы за... Конечно, мы без фонарика не пойдем. Вы чё? Мы же можем набздюкать без фонарика. Опа, а это чё? А это фонарик. Так, хорошо. Хорошо, ребята, хорошо. Так, рабочий. Хороший рабочий фонарик. Мы его взяли из чьей-то руки. И пойдем. В темноту. В темнотищу. Так. Вот она, поломанная пиццерийка. Все поломано. Машины, аниматроники, куча коробок. Какой же здесь бардак. Вот это да. Ну и бардак. Такого бардака я не помню, где я видел такой бардак. А, не помню. Помню, но называть я это место не буду. Ха. Так, хорошо, ребята. Хорошо. Вот так еще поднимаемся. Поднимаемся наверх. Ступеньки чем-то разломала. Тележечка поехала. Чем-то тяжелым разломала. Надеюсь, фонарик у меня не потухнет. Не вовремя. Так. Тихо, спокойно. Работяга. Так, ладно, обойдем этого робота. Что-то он рыпается странно. Так, Фоксарик, малыш, Фоксарик. Пока ничего не вижу. Пока идем. Надеюсь, мы нормально дойдем. И найдем того, кого мы ищем. Здесь, походу... Опа. Здесь кто-нибудь есть? Меня кто-нибудь слышит? Да, конечно. Мы тебя слышим. Братик. Ты где? Мы тебя слышим хорошо. Только где ты? Так. Да, мы здесь. Так, его кто-то поймал. Да, мы получили твое сообщение. Где ты? Где ты, Грегори? Так, кто-то меня поймал. Кто-то меня куда-то тащит. Помоги мне. Так, Рокси Рейсерс. Ага. Так, понятно. Но мы далеко. Братюля, мы далеко от тебя. Так, он находится вместе, ребята. Гонки и Рокси. Ладно, понятно, запомним. Так. Куда тут, что тут? Куча всего наверх. Конечно, наверх. Ступеньки ведут наверх. Тихо. Ого, вот это да. Ты видел? Ты что, лифт был? Это был вроде лифт. И он меня чуть не скинул. Так. Лезем наверх. Да, пиццерия, конечно, громадная, я вам так скажу. Просто, если сюда залезть, куда-нибудь завести, без фонарика закрыть глаза, блин, то все, мне кажется, отсюда выбраться вообще будет невозможно никак.
Ребята, если нравится эта игра, мне пока еще непонятно. Поэтому я еще лайков и дизлайков не ставлю. Вот как я посмотрю эту игру, посмотрю ее. От начала до конца мы ее попробуем пройти. И тогда я оценю, будет вам моя реакция. Моя реакция на эту игрульку. Так, залазим. Другого варианта-то нету. Лезем сюда, лезем в вентиляцию. Чё нас ждёт? Чё нас ждёт? Чё нас ждёт? Вот что нас ждёт здесь? Интересно. Даже в этой, даже в вентиляции всё поломано. Да, хорошо разломали эти руины. Кругом одни руины, бардак, грязища. Вообще, а тут вообще таракашки лазят. Так, I am okay. Всё хорошо, не переживай. Не переживайте за нас. Мы вообще нормально. Это, походу, кухня. Это кухню развалякали. О, какой бардак. Я ненавижу, когда на кухне бардак. Кто это сделал? Вообще. А, ой, фу. Так, а это что? Ох ты. Ой-ой-ой, блин. Ого. Ты не офигела? Курица. Капец, Чика. Что случилось с тобой? Ты себя видела в зеркало? Страшнюга. Какая страшная. Ля, все в соплях. Ля, все в соплях. Она заболела. Она, бедненькая, заболела. У нее насморк. У нее грипп. Конечно, грипп появится. Посмотрите, сколько мусора. Вот это да. Тут не только появится грипп. Вообще все болезни повылазят, какие только существуют, если тут побыть хотя бы 10 минут. Надо сваливать из этого места. Ладно, идем. Так, опа. А это что? Холд, хорошо. Хорошо, так, а ну-ка. Так, опа, ля. Fast French. Так, ребята, какой я коммутатор я нашел, прикольный. Fast French. Электрификацию буду делать. Офигеть, Fast French. Так, хорошо. Будем, я теперь, походу, электриком стану. Так. Зарядите и правильно подсоедините. Понятно. Так, хорошо, так, тихо. Теперь. Так, а ну еще разочек. Так, так, так. Фаз, так, 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 фаза, фаза. Так, зарядка. Заряжаем, так. Так, заряжаем. Тихо, отлично, отлично. Неплохо. Так, 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 еще чуть-чуть. Давай, 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 давай. О, неплохо. О, какой кондуктор у меня классный, ты видел? Как пистолетик, маленький пистолетик. Прикольно, прикольно, прикольно. Так. Вот это да, я, если на меня кто-то напрыгнет, я этим кондуктором как тресну. Я его как электрошокером можно применять. Прям по заднице, по их железной. Так, ребят, смотрите, мы спускаемся, мы поднялись. Теперь спускаемся, А бардак все не прекращается. Да, развалякали пиццерию. Просто зашибись. Кто это сделал? А кто это сделал? Так. Так, электричество там искрит. Туда подходить мы не будем. Так, можно сюда пойти. Ой, фу. Опа, еще один робот. Но этот не рабочий. Этот тут был хоть чуть-чуть мигал, а этот вообще никакой. Этот кочуренный кочерышка. Так, ну куда, куда? Куда? Не вижу, куда идти. Так, чё тут? Я чё, заблудился или чё? А? О, блин, капец, вы чё? Предупреждать же надо. Я чуть не родил. Это был Монти Монтозаурус. Офигел? Вообще, блин. Вообще капец. Ладно. Нет, ты видел? Ты видел? Напугал меня? Вообще напугал. Ну ничего, ничего, ничего. Идем дальше. Так. Ой, фу, я что, в помоях? Что, в помоях? Так, ребята, походу он меня, этот Монтегаурос. Да, фрикин страшный Монти. Так. Мне надо выбраться до того, как я доберусь туда, куда мне надо. Понятно. Так, я в канализацию провалился, ребята.
Просто в помойной яме? Это просто помойная яма какая-то. Так, кругом маленькие игрушечки Монти, какие хорошенькие. Они меня напоминают, зеленые такие, как я. Так, ребята, будем выбираться. Будем выбираться из этой канализации. Капец. Вот тут все завалило просто. О, блин, да отвали, очкарик. Hi, free mask, привет. Возьми маску, пожалуйста. Спасибо. Я думал, ты меня сейчас что-то сожрешь или что. Ух ты, это же... Клаля какая крутая. Хорошая маска, вы. Спасибо, спасибо, очкарик. Да не за что, да? Ладно, друзья. Секретная маска. Секретная маска Венни. А ну-ка. Опа! Ты видел? Офигеть! Виртуальная... Друзья! Это как виртуальная маска, виртуальный шлем. Офигеть, спасибо! Смотрите, открывается новый мир. Новые сюрпризы. Офигеть, так? Новые локации. Офигеть, прикольно. Новый мир, ребята. Эта маска поможет тебе. И Хелфи будет нам показывать. Ладно. Прикольно. То есть, я так понимаю, когда я в маске, будут открываться какие-то новые ходы. Опа, сюрпризик. Вот так. И у нас есть игрушечка. Маленький гламрочек. Офигеть. Классно. Мне нравится. Вот за маску, сразу респект. Потому что это виртуальный шлем, ребята, виртуальный шлем. Если бы его мы не нашли, так, action not permanent armor. Так, придется сейчас включать свой вот этот фармигизатор. Привет, healthy. Так, lucky for you, желаю удачу. Так, your mask помогает. Фазмазинг, опять мы будем его использовать. Конечно, ты сможешь, конечно, я смогу. Мы все сможем. Так, сейчас мы здесь его попробуем опять зарядить. С этого моего фазовринчера. Так, хорошо. Хорошо, давай, давай, давай. Молодец, я молодец, я просто молодец. Так вот, ребята, насчет маски. Если бы маску нам не дали, то все было бы бессмысленно. Никто бы не смог пройти эту игру. Опа, игрушечка. Чики. Так, это хорошо. Так. Так, капец. Ну и завалили все. Ну и бардачело. Так, а ну да, где про... О, а вот и проход. Видали? Видали, как работает эта маска? А так бы не нашли его. Хорошо, ну ладно. За маску ставлю 5. Так и быть, так и быть. Моя оценка из 5, за маску ставлю 5. За мусор вообще минус 20. Опа, кто-то поломанный. Я не люблю мусор, вообще не люблю, когда грязно. Ребята, вы любите, когда грязно или нет? Или нормально это, когда бардак? Так. Еще один проход, еще один проход, опа. Зелененькие квадратики классные. Так, аэрбони. Класс. Офигенно. Так, вторую игрушку нашли. И продвигаемся. Так, туалет. Нет, в туалет мы не пойдем, да? Нормально, не пойдем в туалет. Так, так, что тут, бочки? Ага, вот проход, походу. Вот проход. Точно. И мы на какую-то игровую платформу, правильно? А это что? Точно. Точно. Маленькая коробочка. С камерами, ребята. Прикольно. Вообще никуда ходить не надо. Ха-ха, все. Тут и останемся. Нормально. Григори, ты там? Григори, где ты? Это мой голос. Это мой голос. Так, мы можем следить, ребята, теперь за всей пиццерией. Интерактивная запись может вестись. Понятно, спасибо, спасибо. Будем клацать. Поклацаем пока. Может, мы сразу и найдем Грегори? Офигенно. Так, пока никого. Но там, видели? Там был поломанный Монтгомери. Грегори, ты где? Где ты, Грегори? Мы его пока еще не нашли, но и не знаем, где он. И походу мы сами чуть-чуть заблудились. Чуть-чуть. A little.
Элидл. Так, ребята. Так, нифига себе. Ты видел? Там дуб вырос. Это сколько она не работала, эта пиццерия. Дуб вырос. Огромное дерево. И пальмы кругом. Вот это жесть. Чего вы сюда вообще приперлись? В эту старючую пиццерию. Ладно. Шучу. Найдем, спасем пацана. Так, где выход? Так, сюда. А так бы не пролезли. Хорошо. Так, еще один робот. Так. Прям это не пиццерия, какие-то джунгли. Джунгли-ляки. Кругом валяются огромные крокодилы. Походу, это здесь все принадлежало. Игровая площадка Монтгомери. Так, маленькая. Фукси валялась, Рукси. Опа, кто это? А кто там бегает? А кто это? Кто решил нас напугать? А ну-ка, появись, говорю. Где ты? Куда он полез? Кто-то был, я точно видел. Я не боимся выходить. Где ты? Кто ты? Самое главное, не где ты, а кто ты? Ты страшный или нет? Выходи, говорю. Куда он побежал? Так, ладно, ребята, не... Так, а ну-ка. Так. Не останавливайся, не смотри на меня. Так, Грегори, я тебе помогу. Я помогу тебе, не бойся. Мы слышим тебя. Да. Так, охрана? О чем ты говоришь? Это не имеет никакого смысла. Какие-то ноды, охранники. Мы не знаем, что случилось, Грегори. Какие-то секретные ноды, не секретные охранники. Кто? Что? Что-то он мне наговорил такого интересного, непонятного. Что-то он мне предупреждает, этот Грегори. Какие-то секьюрити ноды. Это что? Это ноды, это эти? Как их? Ну эти. Да блин, забыл. Как их эти? Вот эти. Такие, как эти. Как вот эти. А ну, сейчас я вспомню. Сейчас я их увижу, сразу вспомню. Эти. Так, забыл, как таракашки. Как эти. Опа, это чё? Deactivated Child Nodes First. О, интересно. Первая, вот это первая security нода. Как зайца, как у Бонни голова. Опа. Трагическая маска Мунгая. Так, ребята, вот эти сессии охранные, я так понял, пропускные ноды. Не знаю, как нода переводится. Я читаю на английском, поэтому вы поняли. Так, вот сюда идем. Так, а ну-ка. О, пиццерийка! Пицца была, пицца, пепперони. Дор, так, дверь под электричеством. Так, emergency mode. Check the air world, деактивируй ноду, и дверь заработает. Ага, понятно. Нам и нужно деактивировать. Как ее теперь деактивировать, кто мне скажет? Кто подскажет мне? Есть такие, кто знает, как деактивировать, чтобы дверь заработала. Так, ну в маске. В маске все видно. Все видно, так. Но где-то по-любому, где-то что-то сейчас мы, ребят, сделаем. Надо только сообразить, куда мне пойти. Так. Так, вот это, походу, электричество здесь. Оно все. Так, а ну зайдем сюда. О, зайдем. Думали, я что, не замечу или что? Думали, что? А? Так, ребята. Что-то крутится, еще один проход. Хорошо. Опа, прикольно. Бля, под бочку замаскировали, ребята. Так, вроде активировали. А ну-ка. Вот так вот, получил. А это что? Так. Мини-гейм, соедините. И, отлично, понятно. Так, электричество здесь соединяем. Вот сюда, сейчас соединим. Так, не сюда, вот, не подожди, вот сюда. Так, вот прямо, вот сюда. Нет. Так, подожди, как соединить? Подожди, вот сюда. Так.
Так, а ну-ка, сейчас. Сейчас, спокойно. А, вот так вот. Вообще ликотня. И дверь вот так вот, точно. Есть. Вот она, эта нода. Разломали мы ее, ребята. Проход у нас открывается. Нормально. Так, идем дальше. В маске, идем в маске. С маской лучше. С маской все видно. Вообще хорошо. Так. Хорошо. Так, фонарик у нас нормально работает, вообще не садится. Так, пролазим сюда. Пролазим в эту трубу какую-то. Тоже какое-то подвальное помещение или что это такое. Так. Я так понимаю, эти ноды будут, и мы их будем деактивировать. Сколько будет? Опа, ребята. Еще одна. Так, winning me, please. Ага, 24 поддерживает нас этот хелфи. Еще одну ноду, ребята, нам нужно деактивировать. Так, понятно, уже понятно. Так, еще одна игра. Ага, камеры. Так, вот эта штука вообще мне напоминает одну классную игру. Называется «Мертвый космос». Там, где тоже я подходил, менял костюм. О, вылитая. Ха, вообще. Там, где можно тоже было усовершенствовать свои способности. Так, вагонетка была, ты видел? Поломанная вагонетка. Интересно, для чего она была? Так, а ну-ка. Активируется? А ну-ка. Так, Faster Entertainment, Not Responsible, Potential, Art Ramps, Programs, Carbon Base Work. Интересно. Это не нужна вам информация, она и мне не нужна. Просто так почитали на английском и все. Ха! Так, ребята, так. Ну подожди, надо же деактивировать. Так, что это? Я что-то пропустил. 100% что-то не за... Опа, ага. Есть бочечка вторая. Роднюся, дорогая. Думали, мы тебя не найдем. А вот она, ты. О, ребят, заработала. Вот еще вторая нода. Так, мы сейчас эту бошку разломаем. Так, спокойно. Сюда. И теперь вообще ликотня. Изи-пизи. Лимон сквизи. Это было легко. Так, хорошо. Опять швабры какие-то. Крокодиловская голова. Опа. Офигенно. Так бы и не заметил, можно было бы пройти, ты видел? А так вообще нормально. Сразу еще одну, три. Короче, три, да, заметили? Три, четыре. Так, хорошо. Так, еще что-то, еще, ребята, она из частей. Так, надо, что-то я не нашел. Сейчас найдем. Так, где? Так, она должна сиять, блестеть. Ну, где? Так, провод, короче, должен к нему подводиться. О, оно. Ха, ты видел? Хорошо подсказали. Провод, все. Так, вот она, третья башка. Так, погнали. Так, электричество. И теперь кексики. Или так? А ну, как лучше? А, точно, так лучше. Опа, хорошо. Так, это убрали. Классно, у меня электрификатор вообще офигенный. Ну выходите, аниматроники, выходите. Ой-ой-ой, не надо, я пошутил, вы чё, блин? Офигеть. Так, сигнал пропадает. Сигнал пропадает, Грегори говорит. Держись на дистанции, хорошо. Так, find patch security office. Ага, в офис нам нужно туда идти. От этого... мантигатора, потому что он может нас засечь, ребята, этот мантигатор. Так, быстрее, блин, надо сваливать. Так, хорошо, иначе он нас может хорошо прихлопнуть, я так понимаю. Грегори нас предупреждает. И его кто-то в каком-то месте, в... как там это место называется? Рокси держит, заперти, поймал и держит. Интересно, кто это? Интересно, надеюсь, это не Рокси, потому что Рокси мне нравится. Рокси, она крутая. Кто согласен, можете сделать то, что вы сами собираетесь сделать, а я вам не скажу, что надо сделать, потому что вы знаете, что надо сделать. Я бы это сделал, если бы мне нравилась Рокси. Она мне и так нравится. Так, ладно. Не отвлекаемся.
Не отвлекаемся, спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Так. Как будто вот эти ящики специально, блин, чтобы я про ними, под ними подлазил. Не, ну это специально сделали. Так. Чё за прикол? Чё за прикол? Так, а ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, о. Сейчас опять нашу зарядочку. Так. Да-да, понятно, понятно. Заряжаем. Заряжаем, ребята, заряжаем, 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 заряжаем. Спокойно. Так, 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 так. Тихо, тихо. О, пошла зарядка. Классно, легко вообще. Там отняли энергию, а сюда передали. Вообще просто. Так, до конца. О, и теперь отлично. Так, ну неплохо. Хорошая зарядочка у нас. Что тут еще? Так, ребята. Спокойно. Опа, нашли еще одну, нашли еще одну ноду. Так, теперь подсоединение. Где оно, где оно, где? Не вижу, не вижу. Опа, нашел, нашел, нашел. Нашел, нашел. Так, есть, хорошо. Так, она вся, вся башка. Не, не вся. Вот еще один провод. Куда он идет? Так, куда, ну куда, 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 куда? Куда? Ага. Вот сюда. Вот и все. Так, хорошо. Так, снова игрулька. Так, спокойно. И поверху, 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 поверху. Есть. Так, не буду считать эти ноды. Короче, неважно. Пятая или шестая уже это башка Бонни. Или кого-то башка. Или это башка этого, как его? Опа! Блин, лезет, лезет, лезет. Сваливаем. Вот, ты видел? Мантигатор. Из лифта хотел нас достать. Ах ты железная жопа! Ах ты железная... О, какая марионетка гласная! Ах ты железная задница! Хочешь нас покусать? Ничего не получится у тебя! Спокойно, так, стрелочка туда. Давайте поднимемся, ребята. Давайте поднимемся. Так, здесь на что? Нормально продвигаемся, да? Согласны? Нормально вроде идем, нормально. Так. Так, а это что? Опа, вот она. Кстати, так бы можно было заметить, видали? Потому что сама атмосфера вокруг нее, вокруг этих нот, она как бы такая покрыта майнкрафтовскими пятнышками, если вы заметили, ребята. Поэтому можно было бы засечь. Но я думаю, если мы проходим игру, спешили бы и вообще никогда не заметили. Так, ладно, что тут у нас? А здесь что? Так, этот кабель сюда идет. Так, сюда надо. Ага, ага. Странно. Вообще странно. Так, подожди, подожди. Подожди. Опа, офигеть, как прикольно придумали. Ха, марионеточку законтачили. Ладно. Неплохо, неплохо, неплохо. Я согласен. Поднимаемся. Поднимаемся, а ну-ка, заработает? Так, заработает, ребят, заработали, подсоединили этот кондуктор. Так, сюда, и опять поверху, 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 все, хорошо. Так, и я так понимаю, нам открывается следующий проход. Следующий проход. Так, мы все ближе, ребят, потихоньку двигаемся. Так, 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 так. Ничего не пропускаем. Так, если... It's мертвая зона, да, или что это? Камера стейшн. Так. Оденьте маску и включите снова. Хорошо. Так. Оденьте маску и включите снова. Так. О, а ну-ка. Опа. Ля. Офигеть. Аномальное... Аномальные движения какие-то происходят там. Чё такое? Чё, ну, так? Поломалась? О, поломалась! Кто поломал? Поломали! Вы чё? Я смогу дальше хоть пройти? Так, суперстар, дайте какой-то скрин, before I look the camera. Посмотри в камеры. Так, this is nothing, не переживай, everything appears perfectly нормально. You must sign things. Что, должен что-то найти?
должен Science Things какие-то. Видали? Эндоскелет стоит какой-то. Прикольный эндоскелетик стоит. Что-то я должен найти. Не понял, что найти надо. Ну ладно. Так. I'm в Дайкаре. В Дайкаре театре. Дайкири театре. Да-да, я здесь, я здесь. Так, Рейсвей. Выходи. Выходи. Он мне говорит, выходи. А я выхожу. Я и так выхожу. Так. Я выхожу. Так, смотрите, поломанных эндоскелетов дофига. Ну да, в этой, вот эти гоночные эти автоматы. Мы здесь находимся. Да-да-да, мы поняли, мы поняли. Так, пролезем сюда, пролезем, 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 ребят. Игровая комната, да. Игровая комната, это понятно. Тихо-тихо, что там? Это здесь, он здесь, правильно? А ну-ка. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, а ну-ка. Мне кажется, я ее прошел. Мне кажется, я прошел эту штуку. Как ее? Вот эту ноду. А может и нет? Может да, может нет. Может да, может нет. Никто не знает, я прошел или нет. Ну ничего, 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 ничего. Ничего, говорю. Так, Мун. Опа, меня кто-то пугает. Это этот, как его? Хотел сказать Человек-паук. Какой Человек-паук? Вот, это же этот, Мунгай. Тихо, 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 ты чё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё? А ну-ка, свали. Не свети, мне не свети. А как тебе не светить? Ты офигел? За руку меня хватай. Ты офигел? У меня же инфаркт чуть не случился из-за тебя. Инфаркт микарда. Вот такой рубец. Так, ребята. Походу, этот Мунгай сейчас будет мне тут доставлять хлопоты. А ну-ка, сейчас наденем маску. Попробуем. И, возможно... Так, а ну-ка. Так, тут проход. 100% точно. Видали? О, блин! Да твори! А, new friend, new friend! Капец! А ну, не трогай! Ты чё хочешь нас, перезагрузить? Нет, мы тебе не отдадим! Нет! Ночной, ночной, что он говорит? Ночной, не свети мне, не свети мне! Тёрн генератор, он включи генератор! Сейчас мы включим тебе генератор! Так, такие sentence, malfunction, the bright light, some be discoring. Так, turn on the generators. Понятно, включить генератор и роботическую систему с помощью моего, вот этого штуки моей. Фарзатрона. Так, мы его пока ослепили. Чё он там один глаз прикрыл? Ну, стой пока себе. А мы тут попробуем. Ох, видит, да? Такой классный эндоскелетусик. Так, а ну, ребята, где тут вообще теперь? Давайте, 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 попробуем. Попробуем найти. А ну-ка. Так. Хорошо. Так, так, а ну еще раз. Так, о, поклацаем. Аномальный детект. Опа, тихо, ты видел? Мы нашли, 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 так. Так, хорошо. Отлично, вообще неплохо. Ха, а это что, видали? Мы деактивировали вот эту аномальную активность. Так, забираем вот эту плюшечку прикольную. Мун пината какая-то. Какая-то звездная пината. Зелененькая. Какая-то классная игрушечка, игрулечка. Так, проход есть здесь проход? Или где? Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Ну где он? Где? А, я не вижу, но... Опа, офигеть. Офигеть. Ты видел? Как светятся эндоскелеты, когда я одеваю шлем виртуальной реальности. Вообще прикольно. Так, ну мы идем, ребят. Мы должны теперь аккуратненько пройти. Так, подожди. Так, я что, опять заблудился или что? А ну, проход. О, проход, проход. Офигеть, я бы тут бродил еще 348 лет.
если бы не этот шлем. Так, ребята, у кого-нибудь есть дома шлем виртуальной реальности? Ну, настоящий, крутой, хороший, для того, чтобы поиграть. VR. Так. Так, сюда идем. Ну, тут и катакомбы, ну, тут этот Ман Мунгай настроил. Так. Так, Сан, солнце теперь со мной разговаривает. Не время, не время, что не время? Crafts, tries to share, treats. Не строй, что там мне тут не строит? The googling eyes just stare. Не время, не время, что не время? Не понимаю тебя. Его глаза... Spile temper, crumbled, play clay, ow. Что-то поиграй, crumbled, dry. Just away. А потом можешь только уходить. Короче, мне что, надо... Так, опа. Трансформатор. Опа. Чё ты? Чувак, ну извини. У тебя фишка такая. Посветил фонариком и всё. И всё, бедняга, мне тебя жалко. Светанул фонариком и всё. И всё, ничего не может сделать. Ладно. Ладно, фонарик не потерять, вот еще проблема. Если фонарик потеряем, все, этот нас мунгайчик тут прихлопнет. Так, ребята, теперь сколько же мне тут лазить? Эти трансформаторы активировать, генераторы. Офигеть, ну ладно, ладно, спокойно, спокойно. Опа, так, так. Ля, стоит. Ты че, я тебе уже не свечу, че ты, не бойся. Да не бойся. А он все... Как это называется? Короче, канает под того, что мы ему что-то делаем, а на самом деле... It's not real! Ладно, ребята. Так, ну давай, 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 двигаемся, двигаемся. Да, главное не стоять. Главное не стоять на месте. И потихоньку, потихонечку сделаем то, что нам надо сделать. Так, так, так. Опа, есть, нашел. Нашел. Что это у нас? Что-то такое странное, вроде похоже на этот, а ну-ка. Ага, так, да, хорошо, опять вот эти штуки отключаем, есть. Так, и... Вот так, и солнышко теперь есть. Так, и проход у нас теперь заработает, ребята, так, правильно? Есть, конечно, конечно, забаррикадировал тут все, Мунгай. Гадкий Мунгай. Не, ну ты вообще классный, конечно. Ты мне нравишься, если честно. Такой страшненький. Так. Бля, какой-то, видали, заяц появился. И пропал. Это что за виртуальный заяц? Так, еще одна плюшка, ребята. И Golden Солнце. Мы нашли маленькую игрушку Golden Солнце. Хорошо. Так, солнце что опять? Но nap time, не теряй время или что? The Google Eyes just stare. За ступеньками? Только за ступеньками. Что за ступеньками? Я правильно перевожу? Нет? А то буду тут лазить еще 3 дня. Play clay. Так. Так, так, так. Вроде пока все делаю правильно. Так, ага. Угу. Найти, найти. Make it stop. Хватит это делать. Хватит, он недовольный. Ему свет, короче, делает больно. Да понятно, понятно, понятно. Дружище, извини. Извини, братик. Но я ничего не могу поделать. Да это же игра. Тебя так запрограммировали. Так, мы не остановимся. Мы все сделаем, чтобы пройти. Правильно, ребята? Так, что тут у нас? Ну, что тут так? Сейчас мы еще что-нибудь... Еще заблокированные проходы, которые он нам тут наделал, мы их найдем. Пока не вижу. Пока не вижу. Пока не вижу. Но сейчас увижу. Так, что тут здесь? И вообще не пройти. А этот рабочий? А ну? А ну-ка, ля, рабочий, ты смотри. Вернее, был рабочий, стал нерабочий. Ха-ха! Прикольно! Так, ну чё? Ну чё, 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 ребята? Сколько мне тут лазить? Сколько мне тут лазить? Капец! Вот это да! Так, одеваем.
Одеваем, одеваем, одеваем. О, тихо, тихо, проход нашел, 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 нашел. Хорошо. Так, ребятусечки мои, а вот это трубища. А как мне туда пройти? А ну-ка. А ну-ка. Ну, смогу, нет. А, подожди-ка. Так, сюда. Капец, ну тут и бродилка, это лабиринт. Это целый лабиринт, вообще ужаснейший лабиринт. Ладно, ничего, 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 ничего. Ой, я уже кушать захотел. Вообще, о, привет, сынок. Ты живой? А, братюся, ты живой? Не бздюкай, ничего тебе не сделаем. Сейчас мы тебе все. Так, сейчас мы тебя починим. Нормально починим тебя и все. О, нормально все. Как ты? Как ты? Живой? О, лазик заработал. Что, поздравляешь меня с днем рождения? Ты чё? У меня сейчас день рождения уже прошло. Ты опоздал. Так, активируйте, маленькая девочка, поздравляю тебя. Нужно почистить и открыть. С добрым утром. Это место было классным для детей, но теперь вернулся. Спасибо, до свидания. И держи свою зарядку, не бросай ее. Ага, спасибо, до свидания. Короче, поздравил нас и свалил. Ладно, спасибо тебе. Мунгайчик. Я говорил, что он классный. Я говорил. Он классный. Так, что-то здесь много сильно вот этих эндоскелетосов. Вы не заметили, ребят? Что-то они как-то подозрительно стоят. Они не будут на меня напрыгивать? Вы не будете на меня напрыгивать, гайсы? Бля, как они светятся классно. Бля, вы чё? Вы такие классные. Так, ребята, мы продолжаем идти. Оля. И все больше и больше. А там кто? Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, чё это? Ага. Это наша вот эта штука. Нода. Понятно. Так, смотрите, один провод к ней идет. Так, куда она идет? Так. Так-так-так, смотрим. Смотрим, куда-куда-куда-куда. Так, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Так. Блин. Она что, вниз мне надо идти? Вы чё? Не, ну наглые такие, ля. Чё такое? Чё глючит-то? Ля, смотрите, опять этот заяц. Видели? Как будто это, как этот, как дьявол какой-то вылез из-под потолка. А ну-ка. Ля, капец. Видали, маску убрал, вообще ничего нету. Это прикольно. Да куда она идет? Я вообще не пойму, куда она идет. А ну-ка. Блин. О, а ну. А ну. Так, ребята, сейчас мы опять проведем электрификацию всей страны потихонечку. И все будет хорошо. Так, так, нормально, нормально, нормально. Так, что тут? О, офигенно! Игрушка! Игрушка и есть активатор, ребята! Так, там было два провода, если я не ошибаюсь, правильно? Блин, не хочется возвращаться? Придется. Было два провода, 100% было два провода. Ну куда второй, куда второй? А ну-ка. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, один активирован. Вот он, тихо, тихо, спокойно. Вот он, второй, говорил. Говорил, что два. Так, куда он пошел? А ну-ка, так, так. Главное, потихоньку, потихонечку. Опа. Деактиватор, так. Нода бридж. Так, вроде все, ребят. Вроде все. Вроде была эта нода деактивирована, правильно? Теперь проход, где проход? Бля, опять, смотрите. Опять этот заяц. Что это за заяц? Странный заяц какой-то. Непонятный. Так, а ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Ребята, ребята, вы чё? А ну ведите себя культурно. Ведите себя нормально, говорю. Ты чё? Стоять. Да. Я только эту, они уже начали за мной путешествие. Офигели? Давайте, чешите назад. А нет, еще до конца не активировано. Блин, еще не активировано до конца. Капец. Я уже вспотел весь. Вы чё? Так, ладно, ребята. Еще нужно третий провод. А тут эти начали ходить. Молодец, Кейси. Hi there. Anything like Monty Golf looking
да театр. Он, может быть, посмотрит за театром, за тобой, вот этот мантигатор. Ладно, будет смотреть. Так, давай, чеши. Как его обойти? Ой-ой-ой, тихо, ты чё? Офигел? Так, тачка, ребят, активируем тачку. Так, хорошо. Чешите. Не подходи ко мне. Офигели? Так, давай, ломайся уже. Так, игрулька. Так. О, легко. Хорошо. Вот это да. Так, опять этот заяц, он мешает мне. Этот заяц... Не знаю, что это за заяц. Кто знает, можете написать в комментариях, что это за виртуальный заяц появляется и вечно мне портит обзор. Ух ты, офигеть! Вот это да! Видали, какой огромный эндоскелет? Вот это клешня! Здоровая какая! Так, ребят, и чё? Есть подключалка? У этой клешни или нет её? Есть или нет? Скажите мне кто-нибудь. Но она должна заработать. Я правильно понимаю? Что-то-то должно заработать. И как мне туда теперь пробраться? Так, это работает? Так, сейчас мы туда проберемся. Как мне туда залезть? А ну-ка. О, нормально. Вообще. Так. Помоги мне. Так, теперь Кейси просит помощи. Оденьте маску и на голову, и все будет нормально. Ладно. Хорошо. Сейчас наденем маску. Сейчас мы ее наденем. Кругом мусора столько. Вообще. Ну ничего, ну правильно, пиццерия-то вонючая. Vent is creaky. Really? Ой-о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 й
в канализации. Я опять на первом этаже. Вы чё? Монти Гаттер Гольф. Ладно, ребята. Мы находимся опять в другом месте. Понятно, это не то место, куда мы упали первый раз, но... Но место другое. Гейммен Джек Монти Гамс. Кстати, ребята, можете написать мне, какой ваш любимый аниматроник из FNAF Security Breach. Монти, Роксана, Фредди или же Чика. Может, Бонни? Напишите мне. Монти мне нравится. Чика тоже, Рокси тоже, Бонни классный, но самый лучший это Фредди. Это только мое специфическое мнение. Так, ребят, ну мы едем на этой карусели, на этих крокодилах зеленого цвета. Куда-то мы едем. И походу мы едем, пока что мы не приблизились к тому месту, чтобы спасти нашего Грегори. Мы не приблизились пока что. Ну пока. Ну это пока, только пока. Правильно я говорю? Надеюсь, нам повезет. Вернее, как повезет? Повезет-то чуть-чуть, а мы просто сделаем сами то, что нужно сделать, и все. И все. И пройдем. Да. Так. I got all this. Тихо-тихо, спокойно. Не останавливайся. Есть, хорошо. Тихо-тихо, держимся. Спокойно, давай-давай-давай, молодец. Молодец, девочка, молодец. Молодец. Чуть не упали. Подстава какая-то от этого мантигатора была. Так. Так, Грегори нас зовет. Где ты, где ты, где ты? Мы вот тут. Мы вообще опять, как говорится, в жопе у этого Монти. Ладно. Опять нам нужно найти контроллер. А, Грегори, ты там? Ты там, она спрашивает. Конечно, да. Опять ищите ноду, надо идти найти ноду, контроллер, и чтобы дальше пройти. Так, Грегори живой. Раз он с нами разговаривает, он живой, вот она нода, хорошо. Так, опа, ты видел? Офигеть, сразу три провода. Так, it looks like there's a connect. Rise, get, walk. Чё, все вместе сразу соединить надо? А?
Сейчас будем пробовать или чё? Together не видел слова, together нет. Ну ладно, ребят. Тут проводов что-то вообще намудрили, так? Где этому электрику бы, который тут эти провода провел? Ставить бы эти провода в одно место и подключить. Чтобы знал, как проводить такую электрику. Так, а ну смотрим по камерам. Так, что тут у нас? Что тут? Что тут? Ничего. Вообще ничего. Ха! Просто включили, посмотрели по камерам. Так отвлеклись. Отвлеклись. О, вот наша подключалка. О, теперь три. Так, да-да-да. Connect, connect. Все мы понимаем. Заряжаем, разряжаем и включаем. Так, есть. Так, теперь обратно. Тихо-тихо, спокойно. Тихо-спокойно. А ну-ка. Ух ты, хорошо. Есть, офигенно, офигенно. Теперь, ребята. Чё тут у нас? Чё тут, чё тут, чё тут? Там было три. Три огромных проводяки, которые нужно будет... Ух ты, шкаля. А это чё за экраны? Они рабочие или не рабочие? Непонятно. Вообще не понимаю. Так, может что-то тут нажать надо? А что тут нажать надо, непонятно. На эту штуку... А ну-ка. А ну? Ну? Нет. Не получается. Ля. Ля. Нет, ну действительно странно. Хм. Так. Давайте пока погуляем здесь. Погуляем. Сейчас, я думаю, мы что-то да найдем. Так, 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 сюда давайте пойдем. Это поломано. Сюда точно. Ух ты, блин! Вот это да. Да, без маски реально вообще не справиться. Без маски никак. Так, а ну-ка. Так. Что он сказал? Чё там было? Что-то на полу. Что-то было на полу, ребят. Я что-то протормозил. А ну-ка. Ага, вон оно что. Так, поиграем. Попал. Так, офигенно. Пушечка рабочая. Пушка была рабочая, ребята. Так, здесь вот так. А этот провод, куда он идет? Так, пройдем, пройдем. Здесь пройдем. Так, какая-то бочка. Нету. А, нет, еще ниже. Офигеть, вы... Вы вообще, что ли, вы издеваетесь? Вы издеваетесь или что? Опять не вниз, что ли, лезть? Опять этот чувак появляется и мне нарушает. Так, забираем подарочек маленький. Что это у нас? Comic Page. Хорошо. Так, ребята, ну пока что вот эти провода я еще не подсоединил. И вот эти головы, походу, мне нужно, я так понимаю, все их подстрелить, которые там этого мантигатора летают. А ну-ка, попробуем. Так, сейчас, так, а ну-ка. Есть, так, точно. Да, точно, ага. Так, 7, да? Так, опять посмотрим. Так, 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 хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Так, с разных мест, ребята, с разных мест стоят вот эти пушки. Пушечки. Давайте сюда пройдем. Потихонечку вот сюда пройдем. Вот сюда, аккуратненько. Так, это что у нас тут? Так. Капец. Вот это лабиринтом настроили. Кто так строит? Кто так строит? Кто так строит? Ого, так. Gonna poke how did get over here. Где это место, говорит, типа, как, где? Так, ну, не делай этого, что? Currently невидимый сами, что-то, типа, пошло не так. Что пошло не так? Что пошло не так? У кого что пошло не так? Интересно, интересно, блин. Говорила мне мама в детстве, учи, сынок, учи английский, а я нет. А я в таком возрасте начал его учить, поэтому половина слов еще не знаю. Ладно, не страшно, а ну-ка. Так, ребята, я так до сих пор
брожу здесь, бродим, никак не можем до конца подключить эту ноду. Ну, наверх, давай, хорошо, давай наверх, давай. Так, вот пушка, ну опять, да? Так, давай, хорошо. Так, там 4 их. Так, спокойно. Так, тихо. Так, есть. Так, тихо. Так, блин. А ну, блин. Так, сейчас, ребята. Есть, хорошо. Так, блин. Капец. Есть, попал. Фу, вот это да. Так, ребята, ну этих крокодилов, я надеюсь, больше не будет. Или будет? Да ну сейчас. Мне кажется, здесь сейчас как раз будет то, что нужно. То, что нам нужно. Да? А ну-ка. О, проход. Проход, наконец-то. Фух, это капец. Да опять эта штука. Это что такое? А ну-ка, what happened? Что случилось? Будь осторожен. Так, Грегори, Кейси, гондола, что ты, куда-то отвезет тебя. Больше нет, чего-то больше нет, но он тебя отвезет. Ладно, ребята, вот эта штука, вот эта огромная коробка, которая активирует это все. А ну-ка. Так, забираем плюшечку. Так, это что это? Чика, плюшевая чика, прикольная, какая-то гладная. Так, возвращаемся, правильно, ребята? Возвращаемся. И где эта нода? Ну где она? И сейчас мы ее деактивируем. Я надеюсь. Так. И туда пошел. Вообще хожу здесь как этот, по этой темнотище. Кто так строит? Этому бы прорабу, этому архитектору бы руки бы. Так, ребята, а ну-ка. А, вон она стоит, так. Все хорошо. Так, вот она, последний провод, вот этот стул, дурацкий стул. Наконец-то. Так, все, пожалуйста, все. Все или не все? Так, хорошо. Хорошо. Давайте, пожалуйста. Пожалуйста, дайте выйти. Мне самому надо выйти, Грегори. Мне нужна помощь, I need help. Так. Нет, мы сделаем это, ребята. Я смогу, мы пройдем. I know. Так, вроде все, ребят, вроде все заработало. А ну-ка. Ну-ка. Так, все работает, все отлично. Так, вон еще одна плюшечка. Плюшанечка, как туда пройти? Обойти, давайте обойдем. Умный в гору не пойдет. Так, вот он, друзья, последний. Вот он, этот последний. Дурацкий кабель. Так, ребята, что это у нас к игрушке? К Монтгомери подключен. Так. Все. Это теперь точно все. Вот теперь. Это точно все. А ну-ка. Ну-ка, пожалуйста. Пожалуйста, давай, работай. Давай, работай. Ну. Ну чё? Нормально? Ребят? Так. Где там этот выход? Капец, вот это парапеты! А ну-ка! Вот, наконец-то! Фух! Это жесть! Да, ну ладно. Так, чё дальше? Теперь потихонечку, да, я так думаю, потихоньку мы сейчас будем выбираться из этого крокодильего логова. Вообще, ну и настроили, да, ребят? Так, офигеть.
Еще одна штука! Вы чё? Вы чё? Издеваетесь! Ну, сейчас обратно, давай, ну обратно пойдем. Обратно, спокойно. Так, сюда. Так, сюда, да, правильно, сюда. Так. Так, обходим, чуть-чуть вот тут нужно обойти. Так. Заходим сюда. Так, ребята. Ну. Это выход. Так, тут работает у меня все. У меня тут все работало. Так, это пасть. Дурацкая это пасть. Так. Все подключено. Вроде бы. Я крутой электрик. Кекс крутой электрик. Самый лучший электрик в мире. За 20 минут мы все подключили. Вообще прикольно, если бы еще в конце бабах и везде бы свет загорелся. Вот это было бы круто, да? Вот это да. Так, ребята, ладно, так идем сюда. Вон он, друзья, вон он, этот нода дурацкая горит. И все подключено, наконец-то. Дурацкая нода, честно скажу. Так, подключаем, хорошо. Подключаем. Так, ребята. Есть. Фух, я устал. Реально устал. Наконец-то. Так открывается у нас проход. Теперь. А что теперь? Нам туда надо попасть. Так, мы до этого как сюда ехали? На этой вагонетке, правильно? Правильно, если я не ошибаюсь? Мы на этом крокодиле ехали сюда. Так, а как туда попасть? Только на крокодиле, я правильно понимаю? Или нет? А ну, ребята. Так, что это у нас тут показано? Ничего не понятно. Ну, ладно. Так, а ну-ка пойдемте сядем. Пойдемте попробуем сесть на этого крокодила, в эту вагонетку. Поедет она или нет? Так, а ну-ка. Так, что там это растение, так, это работает, это не работает. По-любому, другого варианта я не вижу другого варианта. Правильно? Как туда попасть? Я туда никак не допрыгну, ничего не могу сделать, и прохода нет никакого. А вагонетка работала, 100%, вон она. А ну давайте попробуем. Сядем на эту вагонетку, правильно или нет? А ну-ка. О! Ха! Поехали. Надо убираться отсюда. Так, заезжаем. Фух, так. Так, куда мы дальше едем? Куда? Так, вот платформу вижу. А ну-ка, приехали. Наконец-то. Ребята, фух, все, я устал. Давайте, ребят, продолжение будет в следующем видео. Так, нас Григори зовет. Так, how do you know? Что я знаю, how you do this? Так, explain when you get... Когда ты будешь здесь, все. Пожалуйста, спаси меня. Да, хорошо, мы тебя спасем. Ладно, ребята, давайте продолжение в следующем видео. Ну, если понравилось, вы знаете, что делать. А я попрощаюсь с вами. Все, с вами был Гигз, мульти-мульти, всем пока.